Взрыв в лондонском метро. Сегодня утром в час пик в вагоне поезда сдетонировало самодельное взрывное устройство. Его оставили в ведре с включенным таймером. В результате 29 человек попали в больницу. Угрозы для их жизни нет. Очевидцы взрыва видели пострадавших с обожженными лицами. Многие получили травмы в давке. Услышав громкий хлопок, люди в панике бежали к выходу. Как выяснилось, взрыв мог быть намного сильнее, и жертвами могли стать десятки людей. Но бомба не сработала должным образом. Сейчас полиция разыскивает исполнителя атаки и уже квалифицировала инцидент как теракт. Пятый в стране за этот год и первый, в котором никто не погиб.